По данным журнала Forbes, вы входите в сотню самых богатых людей мира. Ваше состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Почему все эти деньги не спасают вас от унизительных наездов? Потому что мы в России. Вы любите холодные шашлыки? Ненавижу. Вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. Подавать кооперативы не могут, а меняться могут. Я понял. Это гениально. Не надо никакой диссертации, надо срочно лететь в Тольятти на автозавод. Зачем? Чтоб менять веники на машины. Спасибо, что пришли. Мы не просто друзья, мы больше. Мы целый мир. За нас. 20 минут назад совершено покушение генерального директора холдинга «Инфокар» Антона Маковского. Сенсационное покушение в Москве, жертвой которого стал влиятельнейший российский предприниматель Платон Маковский. Кто же ты? Ты откуда здесь? Это не для кого, ты понял? Ой, что это? Паша!